Участники автомотопробега решили в государственный праздник проехать по дорогам города в память о тех, кто погиб, защищая нашу страну. А она многонациональная, и все народы как один встают в строй, если приходит беда. 4 ноября были возложены цветы и венки. На мемориале воинской славы проведен митинг и у памятника воинам-афганцам. Мы сегодня проводим этот автомотопробег с возложением венков, отдавая честь и свое уважение ушедшим поколениям и тем, кто положил свою жизнь во благо нашего Отечества, во благо процветания нашего государства. А в Адлерском районе люди собрались у районного дома культуры. Была организована этнографическая выставка, благодаря которой можно понять, как, допустим, век назад в Сочи жили разные народности. Были и сладкие столы, дегустация национальных блюд и многочисленные выступления с импровизированной сцены. Вокальные и танцевальные коллективы района продемонстрировали свои таланты. Это действительно праздник единения. Действительно, мы вот собираемся в этот день и общие песни. Это у нас наша общая культура, общая наша родина. В этот день праздничные программы прошли на всех площадках города, а дендрологические парки «Дендрарий» и «Южные культуры» сделали сочинцам свой подарок – бесплатный вход 4 ноября.